наш Создатель, Царь всей земли, вечный всезрящий, мудрый и дивный, будь между нами, свет нам пошли. Мне очень нравится тема «I will go, я пойду». У церкви адвентистов седьмого дня есть план, и вы являетесь его частью. Этот план называется «Я пойду», и он включает каждого из нас. План «Я пойду» затрагивает всю церковь в целом. Местные церкви, миссии, конференции, унионы, дивизионы, генеральную конференцию и другие церковные учреждения. Это инструмент, который помогает церкви в ответ на Божий призыв совершать свою деятельность более целенаправленно и эффективно, чтобы мы стали свидетелями для всех непознавших Христа людей по всему миру. Определяя цели по исполнению своей миссии, Всемирная Церковь Адвентистов Седьмого дня исходила из результатов исследований. Цели стратегического плана «Я пойду» сосредоточены на трех важных аспектах – миссии, духовном росте и лидерстве. Каждый из них имеет ключевые показатели эффективности, индикаторы, которые помогают нам увидеть, достигаем ли мы поставленных целей. Вы можете перейти непосредственно на сайт I Will Go и более подробно узнать о каждой цели и ее ключевых показателях эффективности. Все это было создано для того, чтобы мы четко понимали поставленные перед нами цели и план действий по благовестию во всем мире, чтобы мы могли мобилизовать свои ресурсы для более эффективного достижения еще не познавших Христа людей. Учитывая это, вы можете задаться вопросом, каким образом я могу стать частью этого плана? Тиффани, основатель церквей в Соединенных Штатах, побеседовала с Майком Райаном, церковным лидером, принимавшим участие в разработке плана «Я пойду», чтобы он смог поделиться своим опытом. Вопрос звучит так. Каким образом люди могут принять в этом участие? Да, это ключевой аспект, потому что мы понимаем, что это важно для Всемирной Церкви. Но как я, будучи членом Церкви, могу быть частью этого плана? Это очень хороший вопрос. Я скажу вам, что правильный ответ на этот вопрос – способен привести к изменениям в нашей церкви. И это действительно так. Каждый из нас должен изучить этот план и взглянуть на ключевые показатели эффективности. Бог наделяет всех нас разными дарами. Они есть у вас, у меня, и у каждого они разные. Вы открываете этот план, просматриваете ключевые показатели эффективности, падаете на колени и говорите: «Господи, где ты хочешь, чтобы я служил?» И в этом заключается роль церкви. Показать, куда нам нужно идти. Ведь очевидно, что просто сказать «я решил идти туда», при этом не имея плана, это неправильно. У человека должен быть определенный план. Я думаю, что в сознании человека должно быть твердое намерение. Я буду что-то делать. Возможно, впервые в своей жизни, но я решил что-то делать. Если человек берет на себя это обязательство и находит свою нишу, то вскоре он будет задействован в достижении не только одного ключевого показателя эффективности, но и многих из них. Это больше, чем стратегический план. Это инструмент, ориентированный на выполнение миссии, основанный на реальных данных и огромной приверженности. Его значимость и влияние станут очевидными, если церковь будет работать сообща, как единая всемирная команда братьев и сестер, руководимая силой Святого Духа.
Я думаю, это потрясающе. Наша церковь не просто говорит: «Мы надеемся, что Господь придет, и это случится». Нет, я верю, что Господь действует через нас. Он действует через разрабатываемые стратегии. Он является частью обсуждений. Он дает нам осознание и понимание того, что мы можем сделать, в чем мы проявляем слабость, в чем нам необходимо совершенствоваться. Я очень рада, что мы коснулись этой темы «I will go, я пойду». Я думаю, что этот план идеально подходит для следующих 5 лет. И эти 3 аспекта, о которых вы упомянули, миссия, духовный рост и лидерство в церкви, это нечто очень важное, на чем нам следует сосредоточиться. В его глазах я увидела чистый родник, в его дыхании и ветер, и вся моя жизнь. Нежнее нежности руки и губы его, сильнее слабости воля его. Он слышит голос мой даже за 1000 границ, он показал мне любовь и как нужно любить. И отдала бы я в жизни, что есть у меня, чтоб вновь услышать из губ его эти слова. Я не могу надышаться тобой, я не могу налюбоваться тобой. Я не хочу только видеть и только мечтать, а я хочу тебе жизнь без остатка отдать. Я ощущаю всю нежность твою, ведь все по-прежнему сильно люблю. И через день или 2, или год, или 5, я буду так же любить и так же ждать. И закрывая глаза, все время вижу его, и улетаю я мысленно выше всего. И в этот миг отдала все, что есть у меня, чтоб вновь читать по губам его эти слова. Все Богом создано в мире, и также любовь он дал нам, чтоб мы хранили всем сердцем ее. И если время пройдет, и дни, года пролетят, хочу я эти слова его слышать всегда. Я не могу надышаться тобой, я не могу налюбоваться тобой. Я не хочу только видеть и только мечтать, а я хочу тебе жизнь без остатка отдать. Я ощущаю всю нежность твою, ведь все по-прежнему сильно люблю. И через день или 2, или год, или 5, я буду так же любить и так же ждать. Я не могу надышаться Мы искренне рады приветствовать вас, дорогие слушатели, друзья, и благодарны, что и сегодня вы приняли решение найти ответ из Библии на вопрос, как обрести покой в этом беспокойном мире. Мы благодарны, что вы смотрите нас в Молдавии, те, кто не имеет возможности посещать богослужение. Мы знаем, что смотрят нас в Европе, а в странах бывшей СССР, а также за океаном, США и Канаде. Мы всем вам, дорогие друзья, желаем обильных благословений, крепкого здоровья, мира, радости вам и вашим семьям. Мы приглашаем быть не только зрителями, но призываем вас делиться просмотрами со своими онлайн-друзьями. Тогда, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда копируете ссылку и выставляете в социальных сетях, то помните, благодаря вашей активности, вашему участию, круг смотрящих
намного расширяется. Это значит, мы не только мы обретаем покой, но мы помогаем обрести покой и своим друзьям. Лев Николаевич Толстой, русский писатель, сказал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Мы выбираем в жизни многое, но мы не можем выбрать свою семью. Мы не выбираем родителей, не выбираем братьев и сестер. Поэтому, когда у нас случаются проблемы в семьях, будь то конфликты с отцом или с матерью, или братьями, или сестрами, мы чувствуем себя несчастными, мы испытываем беспокойство, как обрести покой в неблагополучной или беспокойной семье, там, где есть конфликты. Мы вместе будем искать ответ на этот вопрос, изучая тему «Обрести покой в семье». И нам помогут в поиске ответа руководители отдела служения семьи в Молдавском унионе церквей «Семья Горощук», пастор церкви Василий и его супруга Галина. Добро пожаловать! Прежде чем мы обратимся к Священному Писанию и к той истории, которая, на примере которой мы будем искать ответы на свои вопросы, я хотел бы пригласить, чтобы мы молились о семьях. Семьи, которые испытывают проблемы, конфликт, недостаток, отцы и дети, братья, сестры, может быть, мужья и жены, молить о благословении, о мире и любви для этих семей. Прошу вас, помолимся. Любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою милость и заботу. Мы благодарим Тебя, что мы Твои дети. Мы благодарим за то, что Ты за каждый миг нашей жизни, за все Твои блага. Особенно мы сегодня хотим просить Тебя и благодарить за наши семьи. Благодарим Тебя за наших детей, семьи. И просим Тебя, укрепи, благослови особенно те семьи, у которых есть проблемы. Господи, дай мудрости особой, дай нам покой в сердце и в наших семьях. И мы просим Тебя, открой нам через Твое Слово, Господи, чтобы мы могли быть послушными Тебе, чтобы мы могли доверять Тебе. И мы верим, потому что Ты являешься создателем семьи, и Ты разрешишь те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Иногда, когда человек сталкивается с проблемой в жизни, ситуации, у него приходит такая мысль: вот если бы я родился в другой стране, или в другой семье, то, наверное, и жизнь моя была бы по-другому. Если бы у меня были бы счастливые родители, если было благополучие в семье, то наверняка бы я был бы более успешным в своей жизни. Интересно, а насколько прошлое человека или его семья, или его наследственность, или среда, в которой он рос, насколько это влияет на его жизнь, на его успехи в его жизни? Зависит ли происхождение человека, его достижения? Есть ли какая-то взаимосвязь с этим? Что говорят исследования, что говорит жизненный опыт? В одном известном исследовании психолога Виктора и Милдред Герцель «Истоки выдающихся людей» изучались вот именно условия, в которых они росли в детские годы. Более 400 людей, которые достигли в своей жизни больших высот. Это и люди из разных сословий, можно сказать. Это и политики, это и спортсмены, и наверняка и ученые, политики, да, драматурги, и из разных областей. И у них был один вопрос для исследования.
что повлияло в детском возрасте на то, чтобы они достигли таких высот. Вы знаете, исследования очень поразили их. Многие люди из этих выдающихся людей, они получили в детстве эмоциональные, физические травмы, очень болели. Кто-то рос в благополучной семье, кто-то не в благополучной семье. И кто-то поддерживал, какие-то родители поддерживали своих детей, кто-то не поддерживал. Но вывод данного исследования показало, что выбор и ясная цель, вот это сыграло самую большую роль в достижении успеха. Это не наследственность или та среда, в которой они росли, а вот именно ихний выбор и их цель, к чему они добивались. Спасибо. Сегодня мы познакомимся с одной из семей, которая представлена в Библии. И этой семье, и герою нашего исследования в Библии, в книге «Бытие» больше посвящено глав, чем даже истории о сотворении. Уникальная личность и жизнь этого человека, и те обстоятельства, с которыми он столкнулся, может быть руководством о том, как выходить из сложных ситуаций, как бороться со стрессом, с депрессией. Из всех людей, наверное, это был самый счастливый человек, который достиг самого высокого положения в жизни. И из всех людей это был, наверное, самый несчастный человек, с которым поступили подло, жестоко те, кто были самые близкие, родные ему. И вот как в этих сталкивался этот человек с разными обстоятельствами, как он сохранял внутренний мир, покой, как Бог был в его жизни, об этом мы будем говорить, вспоминая жизнь человека по имени Иосиф. История Иосифа. Молодой человек, который был верен Богу среди неблагополучных семейных отношений. Интересно, какая наследственность была у Иосифа, в какой семье он воспитывался, в какой семье он рос? Интересно, да. История Иосифа – это особенная история на странице Священного Писания. И что интересно, что его история, то есть он происходил из, будем говорить, из грехом запятнанной семьи. Это семья Авраама, Исаака и Иакова. В его генеалогическом древе были, к сожалению, были лжецы, были воры. Все началось с его, с предыдущими, ну, прадедушки, прабабушки, это Авраам и Сара. Когда Сара поняла, что она бесплодна, то она убедила своего супруга, то есть убедила Авраама вступить в отношения с ее служанкой, с Агарью. Что впоследствии мы видим, что как только Агарь забеременела, началось соперничество между Сарой и между этой служанкой. Это соперничество продолжается и спустя тысячи лет. Да, к сожалению. Между потомками Измаила, измаильтянами, арабскими странами, и между потомками Исаака, еврейским народом, евреями. То есть это конфликт, напряжение, борьба за территорию, неприязнь, оно до сегодняшнего дня. К великому сожалению, да. И вот выросшие эти дети среди таких отношений, когда впоследствии уже и у Сары появился свой сын, да, Исаак, то вот эти отношения между Измаилом и Исааком перенесли это напряжение и в своих семьях впоследствии. Исаак всегда отдавал предпочтение Исаву, да, а Иаков всю свою жизнь пытался заслужить любовь и доверие своего отца. То есть, когда в семье есть любимчик, если ты кого-то любишь больше, то ты должен быть готов о том, что у другого будет зависть, ревность и, может быть, конфликт, напряжение. Да, и что немаловажно, впоследствии сам Яков обманом, да, заставили жениться на двух сестер. То есть он сам обманул когда-то, то есть своего брата и своего отца, потом сам был обманут, когда его как бы женили на двух сестер, которые не ладили между собой и соревновались в деторождении до такой степени, что даже эти жены
предлагали своих служанок, чтобы они от него имели детей. Но если вот эту страницу жизни приоткрыть, то там целая... такой клубок проблем, когда спорят, продают мужа одна от другой, когда рождение ребенка у одного вызывает бурю эмоций, неприязни у другой. То есть я представляю, если у этих женщин была такая борьба, потому что, говорит, большой борьбой я боролась за мужа и превозмогла, победила, какие же могли быть отношения у детей этих женщин и взаимоотношения между собой. Именно это соперничество между матерями распространилось впоследствии и на детей своих, которые выросли готовыми ссориться и даже драться. Старшие братья Иосифа, мы знаем, как они поступили, как только повзрослели, уже перебили всех мужчин из города Сихем. Почему? Потому что те поступили неправильно, как они понимали, с их сестрой. Старший брат Рувим продемонстрировал превосходство и неповиновение своему старшему отцу, совершив прелюбодеяние с Валой, служанкой Рахилии, матерью нескольких детей. Ну и интересно, что Яков подлил масло в огонь всех этих семейных трений тем, что он любил Иосифа больше, чем остальных братьев, и тем доказав это, когда он купил ему очень дорогую разноцветную одежду. И мы читаем из истории, что братья очень сильно возненавидели Иосифа. Ну, я думаю, что также они относились и к родителям. Почему? Потому что они чувствовали, что вот они любят его больше, чем нас. Очень драматическая история. Люди живут в одной семье, кушают за одним столом, но при этом написано о том, что они ненавидели его, они мечтали о том, чтобы его не было. И вот тут сложилось обстоятельство, когда отец был далеко, не было свидетелей, и когда они увидели идущего к этому месту, где они пасли, источник своей ненависти, то они решили, что вот здесь как раз момент, чтобы с ним поквитаться. Очень жестокая история о том, как они продают в рабство своего родного брата. Хотели убить сначала, а потом решили продать, снять одежду. И вот Иосиф. Вчера он был любимым, окруженный любовью, заботой, вниманием, заботой своего отца, если не братьев, ну хотя бы отца, а вот теперь он становится рабом, под палящим солнцем, обнаженный, униженный, без всякой надежды, не понимая язык. Раб – это как животное в то время было, которого можно было бы убить и так далее. Как не сломаться вот в этих обстоятельствах? Как не ожесточиться? Как не сойти с ума? Как сохранить веру и вообще какие-то человеческие мысли и принципы тогда, когда мир для тебя стал темным, мрачным? Что помогло Иосифу не сломаться вот в этих обстоятельствах? Иосифа продали в рабство, когда ему всего было 17 лет. Это сложный период, очень ранимый человек. Да, очень-очень молодой, можно сказать. Но Иосиф принимает решение следовать за Господом. И Иисуса Навина написано 24:15. Он в свое время сказал: «А я и дом мой будем служить Господу». Вот такое решение, можно сказать, принимает и Иосиф. И именно вот он и приобретает этот покой от Господа. Это укрепляет его. И чтобы обрести нам сегодня покой, каждый из нас, мы должны лично принять решение, следовать за Господом. И будущее Иосифа не определяли ни наследственность, ни та среда, вот, в которой он рос, а именно его выбор. Его личный выбор.
следовать за Господом. Он сохранил веру в тот момент, когда действительно его братья, которые ему завидовали, его предали, когда продали в рабство, когда он был далеко от семьи, но он именно вот эти испытания, вот это все, они не ожесточили его, а наоборот, это укрепило веру его. И он верил в себя Богу, и Бог благословил его. И впоследствии Бог поднимает его на такие высоты, на которые он сам и даже не мог себе представить. Размышляя о силе выбора, однажды Аристотель сказал такие слова: «Совершенство никогда не бывает случайным. Это всегда результат высокого намерения, искренних усилий и разумного исполнения. Оно представляет собой мудрый выбор из множества альтернатив. Выбор, а не случайность, определяет вашу судьбу». Действительно, мудрые слова сказанные, когда человек, то есть именно благодаря тому выбору, который мы принимаем в нашей жизни, мы потом впоследствии можем пожинать или благословение, или проклятие. О том, что выбор Иосифа был в пользу Бога, говорит слова книги «Бытие» о том, что Господь был с ним и давал успех. И это как припев после каждой главой драматической перемены в жизни с Иосифа говорится о том, что Господь был с ним и давал успех ему. А почему Господь был с ним? Потому что он решил быть с Богом. И если человек принимает решение быть с Богом, несмотря не на то, что он в богатстве или в бедности, в окруженной любовью или ненавистью, если он принимает решение быть с Богом, тогда и Господь с ним и дает ему успех. И следующая перемена в жизни Иосифа, а эти перемены произошли в его жизни ради такие драматические шесть перемен, шесть одежд он поменял в своей жизни. И история Иосифа настолько глубокая и обширная, что мы ей посвятим не только сегодняшнее исследование, но и следующее будет также речь идти про Иосифа. И несмотря на то, что он был в рабстве, сохранил верность, то Господь поднимает его, и уже следующая одежда, которая у него не одежда раба, а одежда управляющего в доме Потифара, начальника телохранителей фараона. То есть менеджер, управляющий – это такой резкий взлет. Да. Говорят, что если человеку дать власть и деньги, то он меняется. Он и мать забывает родную, и Бога, он сам себя чувствует уже как Бог. И вот Иосиф в доме Потифара. Ему уже не 17 лет, ему уже лет 28, потому что по хронологии ему было молодой мужчина. И он сталкивается с искушением, с которым сталкиваются многие мужчины, и женщины также, да. И вот что это за проблема, с какой проблемой он сталкивается в этом доме у человека по имени Потифара, и как он решает эту проблему? Интересно отметить, что именно нападение на, будем говорить, на нравственность, то есть самого Иосифа, было настолько серьезным, яростным и с такой силой, что казалось, еще немного натиска, и Иосиф, возможно, сдался бы. А что случилось? Случилось то, что жена Потифара, видимо, он приглянулся ей, и она домогала, то есть его, она хотела иметь с ним какие-то более близкие отношения. Она пыталась его соблазнить. Пытался соблазнить. Но как своевременно и твердо он оказал вот это сопротивление. И когда об этом мы читаем в Бытие 39 глава, 7, то есть 9 стих. И он сказал, то есть он принял вот этот натиск или этот соблазн такими словами: «Как же сделаю я сие великое зло и совершу перед Богом?» Мы видим здесь, что он верил, то есть свою жизнь, он верил в свою репутацию и свои интересы. Он не взял в свои руки, но он доверил это в руки Господа. Как я смогу это сделать
о ком он больше всего переживал? Он не переживал о себе, он не думал о чем-то еще, он думал, как он сможет совершить вот такое зло или такой грех перед самим Богом. Почему? Потому что он был верен этому Богу. Он знал, что Бог видит и Бог знает все шаги его жизни. Поэтому далее он решает жить, то есть несмотря на вот эти проблемы, с которыми здесь даже столкнулся, да, он продолжает жить, любить, относиться к окружающим так, чтобы это опять не возвеличило его, но прославило его Бога. То есть он жил в тесном отношении с Богом. Но что самое важное, Иосиф научился жить в присутствии самого Бога. То есть, что немаловажно для нас с вами сегодня, когда живем в это нелегкое время, когда дьявол тоже пытается разрушить не одну семью в это время, и для нас мы тоже сами справиться с этим не можем. Почему? Потому что мы грешные люди, мы склонны падать, то есть поддаваться влиянию, соблазну, так можно сказать. Но тогда, когда мы живем в присутствии Бога, то тогда только Бог может дать нам силы, мудрости, как можно сопротивляться и одержать победу. Но несправедлива жизнь и те обстоятельства, в которых в дальнейшем оказался Иосиф. Да. А вместо того, чтобы добро было вознаграждено, то есть он за свою честность, за свою порядочность, моральную чистоту, и Потифар должен был его наградить за это, что он устоял и вот не поддался искушению и чести, сохранил и авторитет его супруги. А вместо того, чтобы зло было наказано, то есть вместо того, чтобы наказан тот, кто был виновник этого, да, мы видим о том, что страдает Иосиф и страдает за свою принципиальность, за свою честность. Его бросают в тюрьму. Да. И вот когда человеком поступают несправедливо, когда говорят, от тюрьмы не зарекайся, и вот, знаете, хорошо, ты чувствуешь себя хорошо и спокойно и счастлив, когда тебя поднимают. Угу. А вот когда меняется положение, когда тебя опускают, насколько это больно? Скажите, вот как тюрьма повлияла на Иосифа, как это повлияло на его веру, на его покой внутренний, на его взаимоотношения с Богом? Действительно, жизнь очень часто бывает несправедливой. И несправедливый не только по отношению к Иосифу, как мы видим из этой истории, но мы часто чувствуем и испытываем эту несправедливость, возможно, и в нашей жизни, и в наших семьях. И интересно, что как собственность Потифара, Иосиф могли без каких-то судебных разбирательств могли уничтожить или убить на месте. Но очевидно, Потифар исследовал или же сложил жизнь Иосифа до сих пор, и он не поверил своей жене, но он об этом не показывает, то есть об этом не говорится в этой истории. Но он должен был каким-то образом защитить свою репутацию, и поэтому он должен был принимать какие-то меры. И все же, несмотря на те ужасающие меры, то есть он бросает как бы Иосифа уже несправедливо, но мы знаем несправедливо, но Иосиф несправедливо попадает в ту тюрьму. Но что интересно отметить, когда мы читаем в Бытие 39 главу, 21 стихе написано: «Господь был с Иосифом». И это добрая весть. Иосиф может обрести покой даже в тюрьме. Почему? Потому что Бог был с ним. Да, возможно, все забыли о нем. Да, мне братья оставили, продали, то есть они готовы даже были убить его. Родители далеко, они уже не знали, что Иосиф еще жив. У него не было друзей вокруг, с кем он мог бы посоветоваться, кто мог бы поддержать его. Кто бы поддержал бы его, утешил, с кем бы он, кто бы укрепил его в вере, сказал, ты правильно. И здесь он мог бы ожесточиться. Почему, Господи, я остаюсь верным тебе, я даже здесь не согрешил. То есть он мог как бы озлобиться, будем говорить, на Бога, но даже здесь заточение. Он не размышляет о несправедливости своего положения, то есть как с ним относится, даже отказаться от Бога он мог этого сделать, но он знакомится, он продолжает жить, он продолжает помогать другим, и испытания, которые он принес, не ожесточили его сердце, но наоборот, он стал таким же верным своему Богу. Посредством этих испытаний Бог, видимо, созидал его характер и готовил Иосифа для более важного служения, которое он должен был в будущем взять на себя.
Но уже находясь в темнице, в этой тюрьме, он уже проявлял свою заботу. Да. Он рассказывает о значении снах тем людям, которые... У них была проблема, что-то приснилось, и они они потеряли покой. Да. А Иосиф вмешался и решил их проблему беспокойства. Да. Не только их беспокойство, но и будущее, участь их. А почему? Потому что Господь ему открыл это во сне. А почему открыл? Потому что он был с Богом. Удивительная история. Эта история показывает, насколько жизнь может кидать. Обстоятельства жизни могут кидать. Да. Насилие в семье. Насилие, моральное насилие, физическое насилие, рабство, унижение, предательство, потом проблема, которая случилась в доме Потифара, вот это несправедливо тебя оболгали, обвинили и несправедливо тебя засадили в тюрьму. И что очень важно, это происходит на протяжении долгого времени, то есть не неделя, не месяц, даже не один год, а мы из истории видим, что на протяжении 13 лет, то есть Иосиф находится в таких заточениях, турбулентность отношений. Наверное, и мы, и наши друзья в своей жизни сталкиваемся с проблемами в семье. Сейчас, еще к этому можно? Да. Вот этих долгих 13 лет, что он только сделал? Одно единственное, что он доверился Богу, да? А смотрите, сколько Бог давал ему мудрости, как он укрепил его веру. И вот какие мы видим благословения вот этих испытаний. 13 лет. Говорят, что если когда тебе слишком тяжело и плохо, то тебе было бы неплохо пойти к человеку, которому еще хуже, и тогда тебе станет легче. Наверное, когда нам в нашей жизни плохо, и нам кажется несправедливо, жестоко, наверное, никому так плохо не было, как мне, да. Нам стоило бы прочитать историю с Иосифом, чтобы успокоиться, понять, что кому-то бывает еще хуже. Но самое главное в этой истории – это вопрос, что было самым важным фактором, который помог сохранить верность Иосифа. Менял ли обстоятельства жизни, кто-то одевал, кто-то срывал с него эту одежду, но оставалась неизменность одно – решение вот это быть с Богом. Что помогало, какой фактор помог ему в этом? Да, будущее Иосифа определяло не наследственность или вот окружающая среда, в которой человек находится, а именно в его случае это выбор довериться Богу. Это что бы ни происходило в жизни Иосифа, Бог всегда укреплял его, любил и оберегал его от всего, что происходило в его жизни. Во-первых, это когда мы проходим испытания или вот какие-то проблемы, да, сталкиваемся, мы должны помнить, что Бог нас любит. И даже любит не меньше, чем кого-то другого. Но он контролирует все, и Бог допускает это в жизни. И во-вторых, когда мы проходим через такие испытания или проблемы, Бог нас готовит к чему-то большему, к чему-то лучшему, может быть. Больше сейчас непонятно нам, но это также вот Богом допустимое. Как влияет на внутренний мир вот эти важные составляющие вот это обетование о том, что Бог тебя не оставил, ты не одинок, да. И что через это временное страдание что-то будет лучше. Это, наверное, как для того ребенка, который пьет горькое лекарство, или для ребенка, которому делают укол, надежда на то, что через эта боль принесет чему-то лучшему, дает нам силы превозмогать и переносить эту боль. Из этой истории мы можем для себя извлечь очень важные уроки. Во-первых, Иосиф никогда не забывал о том, что у Бога был определенный замысел для его жизни. Иосиф понимал, что у Бога есть определенный план, есть цель для Иосифа. И он понимал это, и поэтому он всецело доверял Богу. Исаия написал «Столетия позже». И я хотел бы прочитать вот этот стих, как обетование не только для Иосифа, но и для нас сегодня, для всех, которые сталкиваемся с множеством серьезных
проблем в нашей жизни и в наших семьях. И вот Исаия говорит в 43 главе и 1-2 стих: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь и через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Именно вот это Божие вечное обещание Иосифу, и не только Иосифу, но и каждому из нас сегодня, которые живут в это особенное время, последователям христианства, состоит о том, что мы очень дороги и многоценны и любимы Богом. Он никогда не оставит и не покинет. Мы можем забыть. И Господь говорит, даже если кормящая грудью мать забудет накормить своего младенца, то и я никогда не забуду об этом. Каким бы ни были наше происхождение, какой семье бы мы родились, не воспитывались, какое ни было окружение и ситуация в семье, Бог всегда рядом. Он готов, чтобы ободрить и поддержать нас. Он желает, чтобы мы устремили наш взор на того, что не только то, что есть сейчас, но то, что готовит Бог для нас в будущем. Почему? Потому что у Бога есть планы, как было для Иосифа, у Бога есть планы для нас какой, сегодня. Какой у Бога может быть для нас план, и когда наступит это будущее, и каким образом Бог готовит к этому будущему, если допускает в нашей жизни несправедливое отношение к нам, боль, когда нас кто-то обижает, или эмоционально, или физически, когда нас не понимают. Как это может приготовить нас к будущему? Знаете, можно? Да. Только вот в таких условиях, когда есть какие-то проблемы, вот несправедливость, как вы говорите, тут и формируется наш характер. В хороших условиях я каким был, может быть, еще хуже стану. А вот здесь мы можем задуматься, и вот тогда именно мы обретаем и становимся такими, какими бы хотели. История Иосифа показывает нам, что именно так, как у Бога был план для него, Иосиф не знал об этих планах, но именно те обстоятельства его жизни, те трудности, серьезные испытания, через которые и он прошел, и готовили его для того, чтобы он стал самым, будем говорить, великим человеком в истории христианства, то есть как второе лицо после фараона. Именно те сложности, те трудности. Поэтому мы не знаем, к чему хочет привести нас Бог, то есть будущее, но мы знаем одно, что Бог хочет дать нам будущее, надежду для чего? Для того, чтобы дать однажды вечную жизнь. Вот это мы знаем из Священного Писания. Поэтому через какими путями мы не прошли на этой земле, и будут много сложностей, будут много трудностей в нашей жизни, но мы должны помнить о том, что у Бога есть план, Бог хочет спасти нас, Бог хочет спасти наших детей, то есть наши семьи, для того, чтобы однажды были вместе и никогда не разлучались. Спасибо. Наверное, действительно, мы можем только, когда нас ненавидят, научиться по-настоящему любить. Да. Ведь ты не можешь любить совершенной любовью тогда, когда тебя любят. Ты можешь любить только, когда тебя научиться прощать, когда тебя обижают. Ты можешь научиться терпеть, когда есть что терпеть. Другим образом, шлифовка характера, преобразование характера, формирование характера, оно происходит правильно и совершенно в тех обстоятельствах, которые этот характер шлифует. Кто-то вырос в благочестивой, любящей семье, а кто-то в неблагополучной. Мы не можем изменить обстоятельства нашей жизни, мы не можем изменить семью, мы не можем изменить то, что вокруг нас, но мы можем изменить наше отношение к этим людям. Свое отношение к тому, что происходит. И Иосиф изменил свое отношение к окружающему. Иосиф установил погоду в своем доме, в своем сердце. И эта погода значила доверять Господу, помнить о том, что Бог его любит, он его не оставляет. Это значит о том, что любящим Богу все, неизвестно какому благу и когда это благо произойдет, любящим Богу все содействует ко благу. Да. Дорогие друзья, пусть Господь благословит и поможет каждому из нас, особенно тех, кто находится в неблагополучных обстоятельствах своей жизни, окруженный не самыми добрыми отношениями и обстоятельствами.
сохранить мир в сердце, доверие Господу, быть с Богом и помнить о том, что Бог не оставляет, Бог с ним. Аминь. С этой надеждой, с этой уверенностью я приглашаю, чтобы мы обратились к Господу и предали те обстоятельства в жизни, в которых мы находимся, которые лишают нас сна и радости, предали любящие, заботливые руки нашего Господа. Прошу вас, помолитесь. Отец Небесный, Господь наш и Бог наш, мы так благодарны за Твое водительство, за руководство и за эти великие истины, которые Ты оставил на страницах Священного Писания, как уроки для назидания нам, людям, живущим в это в последнее время. Господи, укрепи нашу веру, укрепи наши семьи, потому что каждый из нас проходит через определенные сложности, превратности жизни, серьезные иногда семья бывает испытана, когда друг другу проявляют неверность. Просим Тебя, Господи, укрепи веру каждого из нас. Помоги, чтобы мы могли понимать, что мы сами с этими искушениями, соблазнами справляться не сможем. А даруй мудрость и силу, так как Иосиф поставил себе в сердце оставаться верными Тебе, Богу. Помоги и нам иметь такое же твердое решение. Мы, Господи, хотим остаться верными Тебе, и тогда мы сможем остаться верными друг другу. Наши семьи будут благословенными, будут счастливыми, и мы сможем радоваться с нашими детьми не только здесь на земле, но однажды в Царстве Твоем. И помоги нам, Господи, понимать, что Ты имеешь добрые планы для нас. Ты хочешь дать нам будущность и надежду, чтобы однажды все вместе с нашими семьями были в небесной отчизне. Поэтому руководи нам к этой цели и благослови нас во имя Иисуса Христа, просим. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, если в сердце рана от обиды, если оно болит и эта рана не заживает, как получить исцеление? Мы приглашаем, чтобы мы вместе с вами продолжили исследование истории жизни Иосифа, чтобы увидеть о том, как получить исцеление раны, которая возникла из-за обиды. Приглашаем вас для следующего размышления над уроком. Но до этого мы желаем и молимся о том, чтобы Господь хранил вас в совершенном мире от всякого зла, от всяких обид, хранил ваш мир, ваш покой, даруя вам радости и крепкого здоровья. Слабую душу.
всегда стою. Верен ты, ты не допустишь в жизнь мою пустоты. В тебе надежда моя необъятно вечная. В тебе мой свет и звезда моя путеводная. Ты моя крепость и песня моя победная. В твоих надежных руках навека душа моя. Ты днем и ночью видишь все и знаешь сердце мое, но несмотря на все, дитё меня назвал. Ты раз и навсегда принял, очистил, оправдал, поверил в меня больше, чем я сам. В тебе надежда моя необъятно вечная. В тебе мой свет, ты звезда моя путеводная. Ты моя крепость и песня моя победная. В твоих надежных руках навека душа моя. В твоих надежных руках навека душа моя. Он предпочел мученическую смерть, поставив Бога на первое место. Чему сегодня мы можем научиться у проповедника и реформатора Яна Гуса? В XIV веке Римо-католическая церковь продавала индульгенции семьям, которые надеялись получить заверение, что их близкие после смерти попадут на небеса и не будут страдать в вечных муках ада. Преследованием неизбежно подвергался любой, кто бросал вызов авторитету церкви, особенно Папы Римского. Папство стало апокалиптическим зверем, описанным в Библии. В этот мрачный период человеческой истории проповедник Ян Гус в Праге открыто выступал против лжи и защищал истину Слова Божьего. Даже в изгнании приоритетом для него был Бог. Гуса вызвали на 16-й Вселенский собор в Констанце представить свои взгляды. По прибытии его арестовали и заключили в тюрьму, обвинив в ереси. Когда ему предложили отречься от своих убеждений, он ответил: «Даже если вы наполните эту часовню золотом, не отступлю от истины». 6 июля 1415 года за ересь против доктрин католической церкви он был сожжен на костре. Умирая, он пел псалмы. Сегодня в малом и большом мы постоянно сталкиваемся с искушением пойти на компромисс со своими убеждениями. Бог продолжает призывать нас хранить верность истине, несмотря ни на что, положить к ногам Христа все, чем мы являемся и чем владеем. Для большинства из нас это всего лишь отказ от неких благ, в то время как для кого-то преданность может привести к преследованиям и порой даже смерти. Мы обретаем благословение, слушая истории о мужчинах и женщинах, кто пожертвовал земным комфортом ради поручения Христа, данного Церкви. Возможно, благая весть о спасении не дошла бы до нас, если бы не их мужество и решимость. Теперь наша очередь поставить Бога на первое место и, оставив эгоизм, выполнить возложенную на нас миссию. Ян Гус предпочел Бога всему, что имел, даже тогда, когда это стоило ему всего. Его мужество – пример для нас сегодня. Ради нашего искупления Христос пожертвовал всем. Его любовь побуждает нас искать прежде всего Его Царство. Возвращая десятины и пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни. Днем страдал.
спустился на нашу землю, чтоб подарить любовь. И ты пришел меня нашел. Я смотрю на крест, чтоб понять ту любовь, ту любовь, что ты даешь. Кровь свою ты пролил, чтобы я снова жил. Иисус спас меня, Его милость велика. Ты дал мне жизнь и жизнь с избытком. Благодарю Тебя. Победа, победа над грехом, веди вперед меня, как велика любовь твоя. Я смотрю на крест, чтоб понять ту любовь, ту любовь, что ты даешь. Кровь свою ты пролил, чтобы я снова жил. Иисус спас меня, Его милость велика. Я смотрю на крест, чтоб понять ту любовь, ту любовь, что ты даешь. Кровь свою ты пролил, чтобы я снова жил. Иисус спас меня, Его милость велика. Иисус спас меня, Его милость велика. Вновь рад приветствовать вас, дорогие наши друзья, братья и сестры, на служении проповеди. И в этот день, в это утро мы вместе с вами имеем возможность порассуждать о самых главных вопросах, самых важных вопросах нашей жизни. Однажды в одной церкви один пастор спросил у тех людей, которые пришли на богослужение: «Уверены ли вы в том, что Христос совершил все для вашего спасения?» Это был первый вопрос. И, конечно же, все люди, большинство людей, которые находились в молитвенном доме, ответили, конечно же, они верят в то, что Христос совершил все со своей стороны для их спасения. И они уверены, что Христос совершил все. Но вслед за этим пастор задал другой вопрос. Если бы Христос пришел сегодня, уверены ли вы в том, что вы были бы спасены? Если бы Христос пришел сегодня, были бы вы спасены? Поднимите руку. И несколько рук неуверенно, робко, несколько человек подняли руки. И какой был поразительный контраст между ответом на первый вопрос и второй вопрос. Сегодня эти же вопросы, дорогие друзья, я хотел бы задать каждому из нас, каждому из вас. Если бы Христос пришел сегодня, уверены ли вы в том, что вы были бы спасены? Кто из вас считает, что для того, чтобы быть спасенным, необходимо что-то сделать? Наш мир, христианский мир, он делится на многие разные направления и конфессии.
вероисповедания, и каждая из этих конфессий, направлений христианства по-своему представляет себе, объясняет другим вопрос того, как достигается спасение, благодаря чему достигается уверенность в спасении. Некоторые верят в заслуги и жертву Иисуса Христа, но продолжают думать о том, что они сами что-то должны сделать для своего спасения. Кто-то считает, что его уверенность в спасении возрастает тогда, когда он посещает святые места, или когда он вносит в церковную кассу или в церковную казну богатые пожертвования, совершает длительные паломничества. Кто-то думает о том, что спасение гарантировано только тем людям, которые могут разговаривать на иных языках. Все, что было перечислено выше, оно показывает нам на то, что мы, если верим и думаем так, как было сказано выше, тогда мы как будто бы не верим в то, что Христос совершил достаточно для нашего с вами спасения. Люди думают о том, что Христос спасает нас, и мы еще кое-что делаем для нашего спасения. То есть спасение — это сотрудничество наше со Христом. Я приглашаю вас в это утро вместе со мной открыть книгу «Послания к римлянам», 4 главу и 6 стих. 4 главу, прошу прощения, с 4 по 6 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел закона». Другими словами говоря, хотелось бы привести другой библейский текст, который многие из нас знают наизусть, и в 90% случаев этот текст Священного Писания мы приводим как в поддержку или как в доказательство, как аргумент для того, чтобы показать, что нужно соблюдать заповеди Божьи. И этот стих звучит так, это слова Иисуса Христа. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Очень часто, приводя этот текст, мы ставим акцент на заповедях. И действительно, на соблюдении заповедей. И действительно, это тоже немаловажный и очень важный аспект или вопрос. Но в то же самое время мы упускаем первую часть этого текста, где написано «Если любите меня». Другими словами, дела веры является результатом наших отношений или нашей любви к Господу. Давайте возьмем для себя такой простой пример — семья. Если я что-то делаю для своей жены или для своего мужа, делаю ли я это для того, чтобы заслужить его любовь, или же я делаю это потому, что люблю его или ее? Делаю ли я это для того, чтобы заработать его благорасположение, или делаю это потому, что я хочу сделать его счастливым? Я делаю это не для того, чтобы завоевать его любовь. Я делаю это для того, чтобы проявить свою любовь к нему. Так и с Христом, потрясенные его любовью, его добротой, его снисхождением к каждому из нас, его желанием и всеми усилиями спасти каждого из нас, проникнуты этой любовью, мы отвечаем ему, и поэтому дела нашей веры, они являются не заслуживанием Божьей любви и не зарабатыванием нашего спасения, но проявлением взаимности по отношению ко Христу. Тема сегодняшнего рассуждения, как вы уже догадались и поняли, она связана с вопросом уверенности. Уверен ли я в спасении? Уверен ли я в том, что если Христос придет сегодня, что буду спасен? В каком случае проявляется неуверенность или как появляется неуверенность в спасении? Естественно, если мы с вами понимаем, что мы спасение свое зарабатываем своими собственными делами, то мы понимаем тогда, для того, чтобы обрести большую уверенность в спасении, необходимо сделать как можно больше дел, которые заработают мне это спасение или обеспечат мне это спасение. Но наблюдается интересный парадокс или необычная
нечто необычное. Чем больше мы стараемся для того, чтобы заработать спасение, чем больше стараемся мы своими делами заработать себе спасение, тем меньше у нас становится уверенности в том, что мы сделали абсолютно все для того, чтобы это спасение наследовать. Другими словами говоря, чем больше хочу быть уверенным в спасении собственными делами и делая эти дела для своего спасения, тем уменьшается моя уверенность в спасении. А сделал ли я все, что нужно для того, чтобы быть спасенным? В Священном Писании, в книге Откровения, 5 главе, приводится опыт апостола Иоанна, который увидел свиток, который был запечатан 7 печатями. И главный вопрос в этой главе, который поднимается, это кто же сорвет эти печати для того, чтобы было видно и можно было прочитать содержание этого свитка. И интересно, что там задается вопрос, а кто достоин? Не кто сильный, а кто достоин сорвать печати с этого свитка, с этой книги. Интересно, что когда задается вопрос, кто достоин, Иоанн начинает плакать, потому что никого достойного не находится до определенного момента. До определенного момента, пока обнаруживается один единственный, кто достоин сорвать книги, печати с этой книги, прошу прощения. Давайте с вами откроем эту главу. Книга Откровения, глава 5 и стих 9. Написано: «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати». И дальше апостол Иоанн описывает нам причину, почему он достоин. Почему Христос достоин? «Ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». То есть, говоря другими словами, достоинство Христа, или Христос достоин снять печати с этой книги, заключается в том, что Он является нашим Искупителем. Он тот Агнец, который отдал свою жизнь для нашего искупления и для нашего вместе с вами спасения. Именно по этой причине у нас появляется уверенность в спасении, потому что есть тот, кто достоин, есть тот, который отдал за нас свою жизнь. В этом заключается суть Евангелия. Потому что представьте себе, если бы мы зарабатывали спасение своими собственными делами, было бы для нас тогда Евангелие Евангелием, или, иначе говоря, доброй вестью? Конечно же, нет. Мы бы воспринимали вопрос нашего спасения не как добрую весть, а воспринимали бы его как заработки, тяжелые заработки, которые не приносят удовлетворения, потому что ты понимаешь, что нужно сделать для своего спасения, и ты понимаешь, что практически этого достичь невозможно. Один человек попросил верующих христиан сделать следующий эксперимент. Он спросил у них: вы хотите на небо? Вы хотите к Богу на небо? Конечно, верующие христиане, они ответили: конечно, мы этого желаем, это наша мечта. И он говорит: все, что нужно вам сделать для того, чтобы попасть на небо, это подпрыгнуть. Подпрыгните, и вы попадете на небо. Вот это подпрыгивание представляет нам наши усилия спасти себя своими собственными делами. Как вы думаете, когда христиане подпрыгнули, что произошло в следующий момент? На несколько, может быть, десяток сантиметров с лишним они, конечно же, оторвались от земли, но в доли секунды они обратно вернулись на ту же самую землю, от которой оттолкнулись. Вот на что похожи наши с вами попытки спастись своими собственными делами и попасть на небо при помощи своих личных усилий. Все эти попытки, они увенчиваются разочарованием и неудачей. Поэтому,
Когда мы говорим сегодня вместе с вами о нашей уверенности в спасении, она, конечно же, коренится в Иисусе Христе. Именно Он заверяет нас в том, что мы можем быть уверены в спасении, потому что Христос на самом деле сделал все со своей стороны для того, чтобы обеспечить наше спасение и для того, чтобы придать нам уверенности в то, что мы будем спасены. Однажды, когда мне пришлось проповедовать на служении траурном, на служении похорон, и когда мне нужно было читать тексты о воскресении Иисуса Христа и о воскресении верующих, то когда шла речь о воскресении Христа, я видел, как люди кивают, соглашаются с этим и выражают свою веру в то, что Христос на самом деле истинно воскрес. Но когда был задан вопрос, верите ли вы в то, что верующие во Христа воскреснут и выйдут из своих могил, то один из слушающих на этих похоронах сказал такую фразу, которая была полна неверия, которая была полна скептицизма и недоверия этим словам. «Ага, жди». То есть уверены люди в том, что воскрес Христос, но не имеют уверенности в том, что это воскресение является залогом и нашего воскресения. Что служит уверенностью сегодня для нас? Христос обеспечил наше спасение. Он пришел в наш мир для того, чтобы умереть не за праведников, а за тех, кто является грешниками, такими, как мы. В своих посланиях апостол Павел, в послании к римлянам особенно, он говорит, как Бог, который отдал Христа, не дарует нам вместе с Ним и всего. Итак, Бог хочет дать нам уверенность в спасении. И как это происходит? Как приходит эта уверенность в нашу жизнь и в наше сердце? Мы уже с вами успели сказать сегодня о том, что неуверенность приходит тогда, когда мы пытаемся заработать спасение своими делами. Как же приходит уверенность? Интересно, что это зависит от того, на ком мы останавливаем свой взор, свой взгляд. Я приглашаю вас сегодня открыть еще одно место Священного Писания. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, и 18 тексте. Второе послание Коринфянам, 3 глава и 18 стих. Апостол пишет здесь так. «Мы же все открытым лицом, взирая, как в зеркале, на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Слово, на которое я хотел здесь, чтобы мы сегодня обратили внимание, это слово «взирая». Взирать — это смотреть. Подобное слово мы с вами находим в другом послании, послании к евреям, послание к евреям, 12 главе, 2 и 3 стих. Послание к евреям, 12 глава, 2 и 3 стих. Апостол Павел также пишет: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Взирая. Уверенность в спасении приходит от того, на кого мы смотрим, на кого мы взираем. Если мы взираем и смотрим на себя, на свои дела, на свои заслуги, на свои попытки и потуги спасти самих себя, то от этого наша уверенность в спасении только превращается в неуверенность. Поэтому нам нужно перевести свой взор с самих себя на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, потому что Он – залог нашего спасения и залог нашей уверенности. На кого ты смотришь, на кого ты взираешь? На того, кого нужно спасти,
или на того, кто спасает. От этого будет зависеть либо неуверенность, либо уверенность в спасении. Если вы помните, на страницах Библии приводится история о медном змее, на который люди должны были смотреть с верой, что они получат исцеление в результате или после того, как они были укушены ядовитыми змеями. И там опять поднимается эта же самая мысль, эта же самая идея. Взирать, нужно было взирать, обратить свой взор от себя, который был укушен ядовитой змеей, на того, кто может тебя от этого укуса смертельного исцелить. Смотришь на себя, приходит неуверенность. Смотришь на Христа, смотришь на этого змея как средство, которое Бог предназначил, и тогда уверенность в исцелении, уверенность в спасении, она возрастает. Хочу пригласить вас сегодня также открыть послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 1 глава и 27 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава и 27 стих. Там написано так: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Христос в вас, упование славы. Когда мы думаем о себе, о своих попытках, то у нас нет надежды на то, что мы будем прославлены или будем когда-то в Божьем Царстве. Но апостол Павел здесь говорит: если Христос в вас, то это является гарантией, заверением в том, что вы будете когда-то прославлены, если Христос в вас. Вот о чем больше всего мы должны беспокоиться. Мы должны беспокоиться о том, чтобы Христос был в нас. Это самое большое дело, которым мы с вами должны быть обеспокоены и заняты в этой жизни. Если Христос будет в нас, Он сможет сделать преобразование, которое приведет нас к тому моменту, когда мы вместе с вами будем прославлены и окажемся в числе тех, кто будет в конечном итоге спасены. Завершить сегодняшнее рассуждение мне хотелось бы историей, которую рассказывает один известный христианский писатель. Однажды, когда ему нужно было куда-то уехать, он сделал такую ошибку. Вместо того, чтобы из розетки вынуть вилку от радиоприемника, он вынул вилку от холодильника. И вот через несколько дней, когда он вернулся домой, он посмотрел на свой холодильник, он выглядел снаружи, не было никаких изменений. Каким был холодильник, таким и остался снаружи. Но каково было его разочарование, когда он открыл холодильник? Тепло, замкнутое пространство, большая влажность или сырость привела к тому, что все, что было в этом холодильнике, просто-напросто сгнило. Можно, конечно, закрыть холодильник, и будет казаться, что все нормально и все в порядке. Но если открываешь, там гниль и испорченные продукты. Как красиво это иллюстрирует то, о чем говорили мы сегодня в нашем рассуждении. Если мы не имеем Христа, то наша уверенность в спасении будет похожа на эти прогнившие продукты. Если в нас нет Христа, то снаружи только мы будем казаться или создавать видимость христиан, но на самом деле внутри останемся такими же прежними, которые не могут сохранить себя от зла, которые не могут устоять в искушениях. Поэтому Христос в нас. Как этот холодильник был отключен от электрического тока, от питания. Если мы будем отключены от Христа, если Христа не будет в нас, то нас ждет такая же участь, как и продукты в этом холодильнике, и сам этот холодильник. Господь желает быть в сердце каждого из нас для того, чтобы у нас была уверенность. Я приглашаю вас в завершении прочитать еще один текст Священного Писания, который записан в послании апостола Иоанна, в первом послании, 5 глава,
и 12 стих. Там написано так: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Интересно, что в этом тексте слово «иметь», оно употребляется в настоящем времени. Вы имеете. Вы не имели, вы не будете иметь, но написано «вы имеете». Это слова, которые вселяют в нас уверенность в том, что если мы будем иметь Сына Божия, мы имеем сегодня спасение. Аминь. Приглашаю поблагодарить Бога за этот дар спасения и уверенность в спасении через Иисуса Христа. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя за Твое Слово, которое в этом бушующем мире, где нет уверенности и стабильности, где все ненадежно и шатко, где стопы наши иногда подскальзываются и шатаются ноги наши, мы, Господи, имеем уверенность в спасении через Иисуса Христа. Помоги нам твердо стоять на этом основании. Помоги нам, Господи, не заниматься зарабатыванием нашего спасения, но жить так, как живут спасенные люди. Просим Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы думали о том, как бы не утратить Тебя, как бы Христос не был утрачен нами. Помоги, чтобы Христос, Твой Сын, жил в нашей жизни, в нашем сердце, мог преобразовать эту жизнь и силою Своей благодати мог изменить нашу жизнь, чтобы уверенность спасения была частью нашей жизни и нашего бытия. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа и благодарим за Твое спасение. Аминь. Измени, Иисус, мое сердце Ты, всей душой стремлюсь стать таким, как Ты. Стремлюсь стать таким.